Да, хорошо. А давай друг другу страшные истории рассказывать. А давай. Я знаю одну очень страшную историю. Рассказывай. По ночам к детям приходит призрак. Призрак? Да. И он стучится в окна. Смотри, какая сумочка! Прикольно. Какая классная прям. Слушай, мне тут Серега с Денисом написывают. На улицу зовут. Ой, ты с Денисом вообще не мути. Ты думаешь? Думаю, да. Почему? Потому что я с ним хочу мутить. Да я хотела с ним мутить. Посмотри на себя, а я-то красавица. Иди ты в жопу. Сама иди в жопу. Слушай, время уже 12, может спать пойдем? Слушай, а погнали лучше в клуб. Пошли. Погнали. Я так люблю кушать в школе. Вкусняшки. Я люблю сосиски. Хорошо, что мама мне их положила. Шоколадка. Объелась. Ой, звонок на урок. А я тетрадки не подготовила. Столовку пойти или лучше копить? Не, лучше копить. О, Денис, ты в столовку? Ага. Кстати, у тебя вот эти кроссовки вообще клевые. Спасибо. Угостишь меня в столовке? Конечно, угощу, погнали. Спасибо. Блин, как-то было тупо просрать все бабки в первую неделю, которые родители дали на месяц. Чего тебя разжирать-то? Есть-то хочется. Приятный конь. Не называй меня так! Я тут теперь вообще бичей намутил. Кухавать! О, гол! Школа, щупин, школа, класс, пар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 arar Да не, в школе что-то есть. Например, мои кринжовые одноклассники и офнутые учителя. Девчоночки, вы же в курсе, да? В курсе чего? Ой, скоро 1 сентября. Ура! Я в школу, пойду в школу! И буду умнее вас всех, понятненько. А я уеду в универ. Да, день знаний. Если честно, я вам даже немножечко завидую. Ура! Я уже совсем скоро пойду в школу. Классно! Тупая школа. Что я зашла-то? Не забудьте составить списочки, кому что нужно к 1 сентября. В магазин поедем. Ладно, оставляю вас. Чмоки-чмоки. Итак, я скоро иду в школу. И надо понять, что мне нужно. Микки, не смотри на меня так. Я тебя точно не беру, потому что я на тебя обиделась. О, я хочу рюкзачок. Вы на меня тоже не смотрите, я вас тоже не беру. Потому что вы меня в тот раз так сильно подвели. Куколку или попсика? Наверное, куколку. Она новая. А попсику за все. Ты не идешь учиться, ты еще маленький. О, хочу еще себе вот такую ручку, только немного другого цвета. Мамусик, кто это у нас там пришел, такой милипусенький? Я составила список, ты просила, что мне нужно купить. Ой, что-то я не понимаю ничего. Там все понятно, смотри внимательней. Да вижу, вижу. А ты можешь сама прочесть, это у меня глазки болят. Ну ладно, мамусик. Рюкзачок, тетрадки, два пенала, краски, карандаш, эластик, два мелка, стаканчик. Сарафанчик яркий, сандалеты, бантолеты, кеды и кроссовки. А еще носочки. И еще купи мне, мама, дневничок с дракошей. Сколько всего. Обязательно все купим. Ура! Кстати, рюкзачок мы тебе уже купили. Показывай, 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 показывай. Смотри, какой красивый и, главное, качественный. Ну что, мама, зато он качественный. Я хотела яркий рюкзак. Он же надежный. А это какой-то цвет кокоски, темный и грязный. На лет 7 точно хватит. Я не пойду в школу с таким позориться. Я хочу с какими-нибудь животными. Ну ты куда, не плачь. Может, вот даже на 8 лет хватит.
кот. Сейчас я сниму. Ремень. А я думала, видео в ТикТок. Хватит меня тут уже покрутничать перед телефоном. Да ты не мешаешь видео снимать вообще-то. Хотя с тобой на фоне точно видос в реке залетит. Хватит мне с этими своими реками, озерами, морями и океанами. Ты списочек приготовила? А, не. Мам, дай мне лучше денег, я сама себе все куплю. А то ты опять какую-нибудь фигню выберешь, которую я носить не буду. Денюжки тебе дать, да? Сейчас. Снига тебе, понятно? Опять на 7000 купишь труселя из 3 ниточек. А я тебя на 7000 с ног до головы одену. То есть наоборот, с головы до ног одену. Еще и на зиму. Так что быстро собирайся. Мы едем в магазин. Собирайся, собирайся давай. Че это там? И лисочек, я не смогу тебя с собой взять. Ты дома останешься. Мамуль, не плачь, а то я сама сейчас заплачу. Уже уезжаешь? Совсем взрослая встала. Подштанники взяла? С начесиком тепленькие. Взяла. Носки шерстяные не забудь. Мам, я же к зиме еще приеду. Зачем мне шерстяные носочки? Ладно, ладно, сейчас положу. Это хорошо. Мам, я кружку забыла. Стакашку сейчас принесу. Держи кружечку. Держи кружечку. Чуть не забыли, доченька. Скучать буду. А я по тебе, мам. Слушай, мам, если я вдруг буду готовить, то тогда мне кастрюлька со сковородкой нужны. В смысле, если будешь? Ну, в смысле, может быть, вообще проще питаться в столовой или в кафе? Так ты что, дочь олигархов, что ли? Быстро встала и пошла за кастрюлькой. Ладно. Давай, давай, быстрее, быстрее. Что, удумала там? Мам, я школьный год на все звездочки закончила. Когда мне ты купишь какающего пони? Ну, дочь, ну слушай, давай следующий год ты еще закончишь на все звездочки, и потом я тебе куплю двух. На следующий год оценки начнутся, а не звездочки. Ой, ну что теперь поделаешь? Тогда будешь играть только с Элис и Баттерс. Но они тоже какающие. Ну что, сдала? Сдала. Умничка. 80 баллов? Это же по математике? По всем предметам. У меня зараза! А ты что там зубришь? Я сессию завалила. У меня сейчас топ-сессия. А я не могу все это выучить. Понятно. Ну что тогда тебе, ни пуха, ни пера? К черту. Надеюсь, тебя не отчислят, лошара. Я в школу на опаздываю, мамочки! Ой-ой-ой, руку закрыла! Ой-ой-ой, главное, чтоб меня не поругали! Стоп! Я что, вторую обувь забыла? Может, она в рюкзаке? В рюкзаке тоже нет! Сейчас я приду домой, меня мама поругает! Блин, уже ровно? Надо чуть побыстрее идти. Ой, ты где ж она? Привет, Кулема! О, привет! Ты так долго ходишь-то, а? Да я... Где сегодня школу прогуливать будем? Погнали в ТЦшку? Погнали! Блин, опять будильник не прозвенел, что за? Че там, какие пары сегодня? Спаренная пара теоретической механики? Ай, можно даже не идти. Мамуля! Который сейчас час? Время? А, 5 утра! Точно! Линейка у тебя в 10 часов! Еще 5 часов до нее! В 10? Ай, думала в 12! Точно, вставай! Иди пей свой кофе! И выходим. Если хочешь, рядышком ложись. Мама, быстро! А то опоздаем. Телинейка в 10. Еще 5 часов до нее. Иди беги спать. Ты что, меня хочешь оставить необразованной? Мамуля, быстро! Ладно, идем. Доча, проснись! Мы что, была спали? Нет, глупышка. Но осталось полчаса, поэтому давай быстрее. Пошли.
Ну что ты ревешь? Мама, я не ходила в школу. Опозорила меня там. Ну-ка иди сюда. Доча, что случилось? Рассказывай. Никакого пластика. Шарик не дали. Вас всех выгнали. А нас закрыли. И все глаза вот так вот выпучили. И смотрят. Доча, ну это ведь школа. Мамочка, можно я не пойду в школу? Нет, нельзя. Мама, ну пожалуйста. Не реви. Я не пойду в школу. У меня ремень есть. Но я не пойду. Хоть леминку что? Пойдешь. Ты на линейку собираешься, нет? Время уже без пяти. Ладно, ладно. Давай, давай. Вот в таком виде и на линейку? Да в нормальном виде. Черный низ, белый верх, все как полагается. Позорище, хоть цветочки возьми. Я купила для твоей классушки. Ну, мам, да... ты хоть улыбнись, что-то без настроения. Ой. Ладно, все, я пошла. Пока-пока-пока. Пока-пока. Ладно, цветочки себе оставлю. На улице уже темнеет. Обычно линейка до часу. Алло, Люсь? Что там, твоя пришла, нет? И моя вот тоже. Хотя стой, тут там барахтается. Сейчас посмотрю. Ну, дверь какая-то маленькая, что? Это что? Мам, да нормально её. Надышали. Да не знаю, что праздник. А, я спать пойду. Вот пусть в таком виде отца с работы и встречает. Он, небось, сам таком же придет. Мамуль, я волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. Да я просто никогда в общаге не жила, поэтому не знаю, что меня ждет. Я, кстати, в общежитии с Люськой познакомилась. Ну, тетя Люси нашей, помнишь? Мы с ней в одной комнате жили. Ага, ты рассказывала, как вы за банку тушенки дрались? Зато есть что вспомнить. Ты, главное, не расстраивайся заранее. Идем, поцелуем тебя, маленькая. Все, беги, а то на поезд опоздаешь. Все, давай. Пошла. Привет. Опа-на, новенькая. Кто будешь? Меня Вика зовут, а вы? А мы твои лучшие подружки. Наташка и Люськ, знакомься. Слушай, есть что пожрать? Хавчик, есть хавчик? Ну, есть. Доставай. Вкусно было. Мощничок такой. Сама готовила? Нет, мама. Эх, жаль, так бы стряпала нам. Ну ничего, все равно учиться придется. Корошки я люблю, кстати, по-флотски. Слушай, что? У нас тут такие правила? Такие правила. Надо деньги скинуть в общак. Ну ты понимаешь, да? Шаришь, да? Ну мы типа в общежитии, общак. А потом мы покупаем на это всю еду. Давай, бабки. Давай мне деньги неси. Ах, хорошо, сейчас кинусь. Мне мама 3000 дала. Вот, держите. О, да, нормас. Что? Сколько тут? Раз, два, 3000. Считай, в общаке у нас 3000. А вы почему не сдали? Так у нас денег пока нет. Ну мы скинемся как-нибудь, не мороси все. Ладно, хоть на следующий год в школу пойду. Хоть эти какие-то... тупые. У тебя горшок звенит. У тебя отвода. Ой, я покакал. Фу, это твои какахи пахнут. Фу, вонючка. А у тебя там пусто. Кошмар. Школа, отстой. Поскорее уже в универ. Ай! Еще эти одноклассники тупые. Вот поступлю в универ, больше вас не увижу. Скорее бы уже на работу. Бессмысленные пары, а? Вот устроюсь на работу, куплю себе гору пиц с первой получки. Ты какашка! Нет, это ты какашка! Ты какашка! Нет, ты какашка! Здравствуйте! Это что тут происходит? Марья Ивановна, я не буду сидеть с мальчиком! А вот и правильно! Я тоже с девочкой не хочу сидеть, потому что у них бородавочки! Это у тебя бородавки? Вообще-то! Ну-ка,
быстро сели вместе. Ну, Маля и Ваня у меня. Фу, это ты, фу. Шарми, фукай давай. Ну-ка, не залазь на мою сторону. Вот тут граница. Нет, не тут, вот тут. Эй, вот. Нет, вот тут. Да нет, вот же. Не-не-не, вот так. Ну, что ты делаешь? Привет. Привет. Так, вы больше вместе не сидите. Да блин, да что такого-то? Голубки. Так вроде наоборот же. Из парты слезь. Проспали, проспали! Проспали? Да это все из-за тебя. Из-за тебя? Да из-за тебя. Все из-за тебя. Что вообще вчера было? Я пошел, наверное. Не надо было в клуб идти. Не могу делать домашку, не получается. Ой, наконечник ручки сломала. Мама, хватит телевизор смотреть. Уйди. Ну, мам, помоги мне задачки решить. Да, я посмотрю одну серию, потом помогу тебе. Ну, маму, мамуську, пожалуйста. Пошли. Так, первая задача. Из-под ворот видно 8 кошачьих лапок. Сколько кошек на дворе? 2. Какие 2? 8. Ой, да, они же не люди. Веревку разрезали на 5 частей. Сколько частей получилось? 5? 6, мам, ты чё? Задачки-то легенькие. А чё ж тогда ты меня отвлекла от моего сериала? Я просто читать не умею. Тогда зачем вам такие задачи задают? А я откуда знаю? Все, завтра иду с тобой в школу. Мамуль, не надо. Тогда надо мной все будут смеяться и хихикать. Я им там посмеюсь. Рюкзаки накидала. Клевая штучка. Рюкзак? Он что, вообще не учится, что ли? Доча! Есть разговор! Доча! Что, мам? Так я не поняла. Ты что, вообще не учишься? Я просто в руках тетрадки с собой ношу. Ты куда пошла? Я с тобой еще не договорила. А я договорила. Завтра зачет, надо подготовиться. Девчонки, можно потише? Эй, да встань, батанша! Блин, не готовиться нужно! Скорее бы их уже отчислили. Что ты сказала? Ничего. Сдаем тетрадки с домашним заданием. Хорошо. А где тут лодка? Наверное, в рюкзаке. Так, сейчас достану. Это не то, не то, не то, и это не то. Но я же все сделала. Мария Ивановна, я все сделала, но я тетрадку дома забыла. Ставлю тебе 2 пока что карандашом. А можно я домой сбегаю? Нет, в следующий раз не забудешь. Хорошо. Я ее завтра принесу. Сдаем домашнее задание. А? Домашнее задание. Так я же это, по вашему предмету ЕГЭ не сдаю, поэтому я домашку не делаю. Денис, сегодня последний день сдачи курсовых работ. Ты ее сделал? Курсовую? Ой, я еще пока над ней работаю. Времени на раскачку нет. Где-то это я уже слышал. Ты все шутки шутишь, а сессия уже на носу. Да, да! Блин, да кто там пришел? Отвлекают. Так. Девчонка? Ничего такая. Привет. Здравствуйте, вы Денис? Ну, я. Держите, это вам справки. Справочки? А, пока. Что за справки? Это справка об отчислении из вуза? Это повестка в армию? Блин, на девку повелся! Надо срочно валить, где мои шмотки и чемодан?
я совсем скоро я пойду в школу. Альбом для рисования мне купили, блокнотик купили, дневник купили. А ручка цветная у меня есть. А рюкзачок-то с единорожками купили. Мам! Мам! Доченька, что случилось? Рюкзачок мне новый не купили с единорожкой, мама! Ой, ну что ты ревешь, ну что ты ревешь? Еще купим. Ну вот на выходных поедем с отцом в магазин, все купим. Мама! Я хочу в школу его на 1 сентября. Ладно, одевайся. Поедем сейчас я покупать твой рюкзачок с единорожком. Только попробуй мне в нем двойки носить. Все, я тебя жду в машине. Блин, через 10 дней уже в школу. Надо было хотя бы что-нибудь прочесть за лето. А, еще дофига времени. Эй, диванный житель, иди в школу. Уже? Блин, а тупая практика. Кто придумал 2 месяца эксплуатировать студентов? Виктория, перепечатайте, пожалуйста, еще вот этот текст в компьютер. Блин, я учусь на управленца, а не сидеть перепечатывать этот текст, блин, а? Здравствуйте, извините, можно выйти в класс? Опаздываешь? Ну, мне мама просто долго хвостики делала, поэтому я опоздала. Почему без формы? Без формы? Джинсовый сарафан, а тем более розовый, в школу нельзя. Хорошо. Проходи, в следующий раз не пущу. О, явилась. А ты что даже не постучалась-то? Ой, забыла. Охамели совсем 11-классники. Что за вид-то у тебя? У меня клетчатая юбка, белый верх. Все по дресс-коду школы. Ты уж лучше без формы ходи в джинсах, а то Денис только к концу урока в себя придет. Извините, можно войти? Я что, проспала? Да, дай мне двойной листочек. Не пугайте, Нарли. Кстати, тебя тут. Ой! И ты еще не застегнута. Ой, капец. Ура, готово. Мам, смотри, как красиво получилось. О, умничка. Так красиво. Молодец. Мам, а когда папа с работы придет, чтобы он посмотрел, как я нарисовала? Ой, я не знаю, как он шляется. Ну давай я тогда тебе алфавит расскажу. Ой, не надо. Я знаю, что ты и так все у меня на отлично выучил. Ты же у меня самая-самая умная. Ну, мам, дай тогда мне Баттерс. Я ей расскажу алфавит. Идем, Баттерс, я тебе алфавит буду рассказывать. А, Б, В, а что там дальше-то было? Г, и все, забыла, Баттерс, и алфавит забыли, напомни мне, пожалуйста. Ты домашку делать будешь, нет? Угу, конечно. Ты у меня ЕГЭ точно не сдашь. Да сдам, я сдам. Ой, да зачем мне эти экзамены? Просто блогером стану и все. О, завтра же зачет. Готовиться? Не, не слышала. Халява, приди! Халява, приди! Халява, приди! Муа! Ребята, давайте повторим алфавит. Начнем с буквочки А. Давайте хором. А. Теперь давайте повторим вот эту буквочку. Б. Б. А вот это вот какая буквочка? Правильно. В. Уже пора домой. О, считай, тетрадка у меня есть. Блин, ручку забыла. Серег, Серег, подробни мне ручку, плиз. Свою иметь надо. Блин, дай. Так,
Иванова, хватит отвлекаться. У нас сегодня важная тема. Мы проходим логарифмы. Блин, логарифмы. Фигня какая-то. Все равно ничего не пойму. Записываем тему урока на доске. Блин, зарядка села. Мария Ивановна, а можно выйти? Можно, если осторожно. Только рюкзак с собой не бери, а то сбежишь, как в прошлый раз. А, хорошо. Халу, я вообще без рюкзака. Алло. Алло, Денис, привет. Слушай, можешь мне энки не ставить сегодня? Фиг, ты прикалываешься? Ну ладно, я попробую что-нибудь сделать. Давай. Спасибо. Давайте посмотрим, кого нет. Петров. Тут. Иванова. Тут. Сидоров. Привет. О, привет. Спасибо, что прикрыл меня. Должна будешь. Мои соседки шумели всю ночь, спать не давали. Слушай, прикроешь меня на следующей паре? В смысле? Пока-пока, я побежала, опаздываю. Засранка. Петров. Тут. Иванова. Тут. Староста, ты уже обнаглел! А что я? Я не вижу прогульщиков! Но их же нет. Вот именно! На экзамене тебе припомню! Блин, а... Фига! Дети, сегодня у нас важный урок! Важный урок? А моя дочурочка там, да? Сейчас посмотрим, что делает. Мы будем читать по слогам. Читать по слогам? Читаем со слога БА. БА? Бу-бы! А им не рано такое читать? Ребят, у вас в этом году ЕГЭ? Ага. Нужно основательно готовиться, чтобы его сдать. Угу. Вы самый старший класс в школе, вы должны быть уже взрослыми. Да. И не делать глупости, как Маша, которая ушла из 9 класса. Угу. А еще нужно сдать деньги на ремонт. Угу. Чего? Тот, кто не сдаст деньги на ремонт, не подпишу вам обходной лист. И вам не выдадут аттестат. Ё-моё. Посвящение удалось. Где мой телефон? Алло, Маш. Ну ты чё угораешь вообще? Какие пары? Я вообще только с посвящения пришла. Ну не отмечай меня. Ну ты же староста. Никто и проверять не будет. Все в курсе, давай. Еще ты можешь подписаться на меня в Инстаграм, поставить лайк на этот видосик, подписаться на канал, если еще не подписан. Но с вами была Вика Близ и Денис Флинн. Всем пока-пока. Я вас всех люблю.